Всем привет, с вами я, Макс, и сегодня мы будем играть в уровень от подписчиков. Как же этого давно не было, да, я знаю. И, в общем, давайте сейчас быстренько пробежимся по новостям. Первая новость, что у меня 1337 звезд. Ну, это, конечно, не важно. В общем, я поменял свой, текстурпак. Я не хочу с ним играть, потому что он надоел очень сильно причем. Вот, и, сейчас... Я не буду записывать прям прохождение уровня, как я прогрессы ставлю. Сейчас, если я смогу этот уровень пройти, то я просто вставлю победную попытку и все. Да, это, конечно, будет очень быстро, но, как бы, понимаете, я записываю на OBS, и, как бы, у меня размер файла очень большой, и у меня не удастся записывать видео 15 минут длительностью, потому что оно весить будет гигабайт 50. Это для моего диска очень существенная потеря, так сказать. Можно, конечно, потом отмонтировать видео, но что я сейчас и сделаю, но в принципе можно. Давайте смотрим челленджи. Пишем BC челлендж, чего я давно... Ну, в принципе, я это делал недавно, проверял, стоит ли мне... Когда мне уже стоит записывать серию по уровням подписчиков. Листал, тут ничего нет. И сегодня мне написал, Сниппо, да, у меня есть его контакт. И, в общем, он мне написал, что сделал какой-то чувачок для меня. И сам Сниппо сделал. Поэтому сейчас будет прохождение этих обоих уровней. Ну, начнем мы с уровня Basic Challenge by XXX Char Actor XXX. Так, HD. Ехм. Еее. GG. Бейси челлендж 18, байсни. Так, что-то у меня очень долго загружается. В общем, как сразу заметно, челлендж очень прикольный и достаточно простой. Еееее! Ну что же, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Добавляйтесь ко мне в друзья, ну и по традиции сундучки. Ой, нифига меня лагануло. Так, ну и второй. Пау! Кстати, мне недавно опять из маленького сундучка выпал ключ. Ладно, всем пока.